je ne sais pas. Телефон. Алло? Холин, Холин, срочно приходи в больницу, у нас ЧП. А что случилось? Приходи, потом узнаешь. Хорошо, уже бегу. Что случилось? Что случилось? Смотри. Этого нам не хватало. Ты что, хочешь рядом с Джиджи лечь? Нет, все в порядке. Я что-то распереживалась. Что с тобой случилось? И почему ты в гипсе? Ау! Ой, извини. Так что же произошло? Это был обычный день. Ко мне пришло письмо от Джексона. Он сказал, что бросает меня. Я не могла пережить это и решила покончить жизнь самоубийством. Передумала. Фью. Потом я решила пойти посмотреть на елочку. И бац! В меня врезается машина. Я теряю сознание и прихожу в себя только в больнице. Как это ужасно! Ты же могла умереть! Девочки, вам лучше покинуть палату. Ей нужен покой. Ладно, Джиджи, выздоравливай. Увидимся в школе. Да, а кто же тебя сбил? Да какая-то девица с золотым ободком на огромной розовой машине. Я ее не знаю. Пока, Джиджи, мы попробуем про нее что-нибудь узнать. Я так переживаю за Джиджи. Да не парься ты, все будет чики-поки. Ну ладно, пойдем в школу, а то мы опоздаем. О, девочки, куда вы пропали? 100 лет вас не видела. Мы сейчас такое тебе расскажем. Ужас. Что произошло? Джиджи сбила машина, она в больнице. Не может быть, как это случилось? Вы ее поймали, преступницу? Нет, она скрылась, гадюка. Но у нас есть ее примета, Джиджи запомнила. А кто это там с оперетой? И что это за машина? Эй, Венера, постой-ка. Ты случайно не знаешь, что это за девица с гладиной оперетой? А, это? Это новая подружка этих двух кикимор. Такая же, как и они. А может и хуже. Я пока что еще не знаю. Ее зовут Ария. А чья это машина? Это Ария подарила ее опере. Теперь она ездит и выпендривается на своей новой тачке. А откуда ты знаешь? Вы забыли, что в этой школе я знаю все. Ну ладно, мне пора бежать. Увидимся. Это точно она. По описанию все подходит. И что будем делать? Давайте пойдем разберемся с ними. У меня есть план получше. Ну, девочки, давайте! О, какая она тяжелая. Раз, два, скидываем!
круто получилось. Дядя, дайте пить его.